В Березники вновь прибыли добрые волшебники, которые помогают создавать уют. Прилавкам конца и края не видно. Скатерти, подушки, более 300 видов постельного белья. Ну просто мечта для хозяек. Кстати, вы можете быть уверены, эта красота прослужит вам долго. Комплекты из поплина, сатина, качественной бязи. Для выставки отбираются с особой щепетильностью. Только качественные материалы и красители, которые не потускнеют и не сядут после многочисленных стирок. На всех этапах производства белье проходит строгий контроль качества. Выбор наполнителя, подушки или одеяла зависит только от предпочтений покупателя. Все чаще при выборе подушки покупатели обращают внимание на серии с эффектом памяти. И это правильно, потому что их рекомендуют и специалисты, так как подушки с эффектом памяти поддерживают позвоночник в правильном положении и помогают максимально расслабить мышцы спины. Их предназначение – профилактика различных заболеваний позвоночника, борьба с бессонницей, улучшение кровоснабжения спинного и головного мозга. Кстати, вы знакомы с топперами? Это просто мечта для тех, кто всю жизнь спит на диване и грезит о хорошем ортопедическом матрасе. Вы почувствуете разницу, выспавшись на этой тонкой перинке. Внутри топпера вязкая эластичная пена, которая не продавливается и принимает форму тела. Сделайте свой сон комфортным уже сейчас. Ну а если вы вдруг захотите поменять интерьер, присмотритесь вот к этим чехлам для диванов и кресел. Они способны за минуту преобразить вашу квартиру. Торопитесь за уютом во Дворец культуры имени Ленина. Выставка текстиля будет работать только 2 дня, 5 и 6 июля. Евгения Кокшарова, Вера Андреева, новости на ТНТ.